Также спасатели продемонстрировали эвакуацию пострадавших по переправе, спасательное оборудование, которым укомплектованы выездные автомобили, водолазное снаряжение и многое другое. Самое главное, что дети не только наблюдали за работой, а принимали непосредственное участие. Для того, чтобы носилки были подняты на крышу, орлята вытягивали веревку, утопающему бросали спасательный круг, на манекене тренировались делать непрямой массаж сердца. Воспитанники центра на себе смогли ощутить всю тяжесть оборудования, с которым ежедневно работают сотрудники МЧС. Спасатели помогали примерять водолазное снаряжение, дали поработать гидроинструментом. Всего площадку посетили около 500 воспитанников Всероссийского центра.